Пока мы сейчас ехали навстречу в Унгены, около 2 часов по разбитым дорогам из Кишинева, остановились в нескольких местах и разговаривали с людьми. И люди крайне возмущены, просто дико возмущены вчерашним происшествием в парламенте, когда они, даже не обсудив, как бы приняли это решение о переводе $1 миллиарда в государственный долг, то есть на плечи всех граждан. И сегодняшним решением так называемого президента Николая Тимофти промульгировать, подписать это решение. То есть Тимофти своей подписью узаконил это беззаконие. Это вообще неслыханное свинство и с его стороны, и со стороны этого парламентского большинства Плохотнюка. И люди говорят, что вообще, как с этим бороться? И у меня такое решение появилось. После указа номер 1, о котором уже знает вся Молдова, указа о распуске парламента, мы должны подписать указ номер 2. Указ об отмене указа Тимофти по этому миллиарду. Это решение должно быть приостановлено до тех пор, пока не будет избран новый парламент, который отменит уже все эти законы и аннулирует решение нынешнего большинства переложить этот миллиард на плечи граждан. То есть это сверхнаглость с их стороны. То есть украсть эти деньги, потом еще заставить людей выплачивать. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Нужно наоборот найти, выявить, их даже не надо искать, они известны, кто виноват в краже миллиарда. Это банда во главе с Плохотнюком. Нужно их арестовать, вернуть этот миллиард. Если надо, конфисковать и продать всю их собственность и вырученные деньги вернуть государству в счет вот этого украденного миллиарда. Только такое решение будет справедливым, а не то беззаконие и свинство, которое они сейчас творят.